Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины и описание к ним по книге «Великие музеи мира» Джон Сингер Сарджент. «Гвоздика, лилии, лилии, роза». 1885-1886 годы. Холст масла 174/153. Джон Сингер Сарджент. Американский художник, мастер портрета, долгое время живший и работавший в Англии. Эта картина – признанный шедевр Сарджента. Автор передал столь завораживающее волшебство светящихся изнутри китайских фонариков, полное увлечение игрой ими милых девочек – Полли и Дороти, дочери Фредерика Барнарда, тоже живописца, жившего вместе с Сарджентом тот год в очаровательном местечке Старой Англии Бродвей. Там была небольшая колония художников. Осталось множество свидетельств того, как творил Сарджент, литературных воспоминаний современников и даже фотографии его за этой картины. Также известны этюды и эскизы к ней. Откуда такое странное название полотна? В то время была очень популярная песня «Пастухи, скажите мне» Джозефа Мазини, сейчас совершенно забытого композитора, когда-то считавшегося вундеркиндом, учившегося у Йоганна Кристиана Баха, преподававшего музыку принцу Уэльскому. Идиллическая картина обращения влюбленного к пастухам с вопросом, не видели ли они его избранницы Флоры, в венке на ее голове гвоздики, лилии, лилии, розы. Сохранились и ноты этой песни. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» Джон Сингер Сарджент. «Гвоздика, лилии, лилии, розы». Пока-пока, до свидания.